А раньше у вас не было кошмаров? В детстве. Но они не были такими реальными, такими странными. Вы разглядели человека, который на вас напал? Доктор, я же сказал, это не человек. Это животное. Большой волк или что-то в этом роде. Бешеная собака. Давайте посмотрим. Доктор Хирш, я был ранен, но Джека разодрали на куски. Человек не может сделать это голыми руками. Вы удивитесь, на какие ужасы способен человек. Вы видели Джека? Нет. Ваши раны были обработаны до того, как вас привезли. Вы говорили с полицией из Проктора? Копы ездили в убитую овцу? Я не знаю. Тогда какого черта вы мне не верите? Думаете, я сумасшедший? Дэвид, пожалуйста, полицию все устраивает. Если бы в Англии появился монстр, мы бы увидели его по телевизору. Через 3-4 дня вас выпишут. Пожалуйста, будьте здоровы. По крайней мере, пока мы за вас отвечаем. Доктор Херш, лучше не оставлять меня одного. Я пришлю кого-нибудь составить вам компанию. Ты очень красивая девушка. Я думала, ты спишь. Я спал. Почитать тебе? Хорошо. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, Сэмюэль Клеменс. Это после пролога, пояснительная записка. В замке я встретил забавного незнакомца, о котором я хочу рассказать. Он мне понравился. Искренним простодушием, изумительным знанием старинного оружия и еще тем, что все время говорил он один. Мы очутились в самом конце людского стада, которое водили по замку. И он сразу же рассказал мне любопытные вещи. Кукольные представления, форма искусства, Пегги. Ты называешь насилие искусством? Насилие связано с кукольным представлением. Он ее бьет. Это Панч и Джуди, они всегда дрались. Панч и Джуди? Хорошо, это агрессивное поведение. Лучше, чем мое поведение. Я тебя не пущу. Я тебя и забью. И забью. Откройте дверь. Я открою. Хорошо. Открою, подождите. Хорошо, сейчас. А теперь, леди и джентльмены, ты давно встал? У меня опять был кошмар. Не волнуйся, это пустяки. Алекс! Черт возьми!